показывает, как уметь удар почтальона. Так называемый известный профессиональный боксер. Слева, здесь перед. На вывод. Что, смотрите, он легко двигает. Многие бойцы ему проигрывали, потому что они плотно стояли на ногах. Опа, вот это тема. Нельзя давать понять, что ты будешь делать. Ни в коем случае. Он Радмир, слышишь? Рики Хартон был на плоских ногах, и перед началом удара он трогает перчатки и потом идет вперед. И вот так Флойд его просчитал. Вот и Флойд начал его просчитывать за счет вот этих движений. Нельзя двигаться все время вперед или назад, нужно двигаться из стороны в сторону.